На внеочередной сессии городского совета депутатов был принят основной документ на следующий год – бюджет. Самый важный элемент – социальная направленность, акцент на оплату труда. Также перед руководством, предприятиями города стоят следующие задачи – сохранение и увеличение финансовой составляющей документа, повышение качества жизни населения, обеспечение заработной платы бюджетников не ниже 80% в целом от показателей по стране. Это основные аспекты расходной части главного проекта 2020 года, которая составит более 277 миллионов рублей. Более 60% занимают расходы на заработную плату с начислениями, которые предусмотрены с ростом на 14,6% к уровню 2019 года. Как и в предыдущие годы, самый значительный вес в бюджете сохраняет здравоохранение – более 37%. За ним идет образование – 36 процентных пунктов. Так сложилось, что именно местные бюджеты несут на себе основную нагрузку финансирования таких социально значимых расходов государства, как финансирование расходов на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство, пассажирский транспорт. Рост объема ассигнований на данную сферу по сравнению с текущим годом составляет 109,6%. По прогнозам специалистов, никакие колебания как на внешних, так и на внутренних рынках не должны помешать устойчивому развитию экономики города. Максим Кембель, Максим Галионко, Бобруйск, 360.